Мы 23 октября призываем всех выйти на митинг и потребовать, чтобы в два раза увеличились ваши заработные платы. Это не зависит от того, где вы работаете, государственный служащий или вы работаете в частном секторе. Мы свои требования все адресуем Нурсултану Назарбаеву, к действующей власти. Мы говорим, чтобы он должен обеспечить, чтобы ваши доходы увеличились минимум в два раза. Как я говорил, что если экспортные предприятия будут платить нефтяные минимум по 2000 долларов в среднем, это 900 тысяч тенге, средняя заработная плата нефтяника увеличится в 6 раз. Соответственно, налоговое поступление в бюджет страны тоже увеличится в 6 раз, подоходный налог с физических лиц. И речь уже в этом случае идет не о повышении не двукратном, а многократном. В мире нефтяники получают в среднем зарплату от 5 миллионов тенге. Вам кажется это фантастическим, но это реальность. Поэтому поднять всем заработные платы в два раза – это вообще не проблема. Достаточно Назарбаеву приказать, чтобы его предприятия, нефтегазовые, металлургические и так далее, подняли заработную плату в два раза. Эти деньги хлынут в нашу экономику, и они растекутся по всем сегментам, разным сегментам, где работает в том числе частный сектор, кто занимается гостиничным бизнесом, ресторанным бизнесом. То есть доходы у всех резко увеличатся, и в этой связи появляется возможность, чтобы ваша заработная плата увеличилась минимум в два раза. Поэтому, когда мне задают вопрос, а как так, мы кафе-ресторан не принадлежит Назарбаеву, мы должны кому адресовать свои требования? Нурсултану Назарбаеву. Мы сейчас показываем, что государственные служащие в соответствии с нашим бюджетом мы можем спокойно увеличить их заработную плату в 2-3 раза, без проблем, этих денег достаточно в нашей стране, и в частном секторе будет то же самое.